приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сегодня последний день года. Обязательно купите этот продукт, и весь год будет счастливым. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Последний день уходящего года. Очень важно в этот день настроиться только на позитивные изменения. Каждый ждет волшебство и каждый ждет чудо. Очень важно сегодня купить всего один продукт, который символизирует изобилие и благосостояние. Очень важно также верить в то, что в вашей жизни все поменяется к лучшему, что обязательно Новый год принесет вам счастье, процветание и здоровье. Для того, чтобы весь следующий год для вас был самым изобильным и самым удачным, то сегодня обязательно купите гранат. Гранат – это не только восхитительный фрукт, но также идет и оберег, который с давних времен ассоциируется со здоровьем и богатством. Согласно одной из традиций, очень важно на Новый год купить гранат. Он обязательно вашему дому принесет удачу, принесет богатство. Так как зернышки граната символизируют монеты, и именно это их характеристика олицетворяет желание достатка и изобилия. Итак, что вы можете сделать? Все достаточно просто. Очень важно купить в течение всего дня гранат. Обязательно вы должны этот гранат положить на новогодний стол. Когда будете класть его, то просто скажите такие слова. Мощь граната безмятежной, я призываю силу великую. Пусть в моем доме будет радость и достаток. Благополучие и успех пусть станут союзниками. Сила граната укрепляет мою удачу и уверенность. Пусть жизнь будет полна благополучия. Вот говорим один раз и оставляем так гранат на новогоднем столе, а на следующий день его с домочадцами можно съесть. И вот такой простой совершенно метод, но он очень хорошо поможет, чтобы весь следующий год для вас был самым благополучным.